Так, тут у нас очередная сработка. Саму ловку размотали. Сейчас посмотрим. Не дергает, значит, пустая. Да, пусто, никого нет. Че, Бима, тяжело прыгать, течение плыть? Греби, греби давай. Значит так, поменял я двух живцов. Было две сработки. Все остальные живцы на месте, никто их не трогал. Так, очередная сработка. Нитка затянута в кусты. Блин, наверное, все перепутало там. Пробуем. Да, тут надо распутывать. Наверное, сошла. Ладно, сейчас буду распутывать. В общем, я распутал. Она очень хорошо там запутывала в ветках и сошла. Посадил нового живца. Пусть дальше сидит охотиться. А я пойду другие проверять. Вот тут у меня еще стоит. Несработанная. И вон там висит. И чуть-чуть подальше еще одна висит. Всего 5 штук. Бима, ты куда поплыл? Против течения ты сможешь плыть, нет? Тяжело. Греби, греби, давай, греби. Ну, еще. Все, давай, плыви. Так, очередная сработка. Дергает, видно, что там что-то сидит. Сейчас попробуем подтянуть. Да, сидит. О! Так, кто там у нас? И щучка маленькая. За самый краешек губы взяла. Ладно, наверное, ее отпустим. Если сейчас сама не сойдет. Все постовушки я убираю. Кстати, там вон еще одна сработка. Наверное, отсюда не видно. Ладно, сейчас буду отпускать ее. Совсем маленькая. Все, снял все постовушки. Больше в этом месте ставить не буду. Одна маленькая щучка сегодня попалась. И все. Буду ставить в другом месте километров 10, наверное, повыше по течению. Там много щуки, но нет живцов. Буду живцов, наверное, здесь ловить и увозить их туда. А это место... До следующей весны оставляю в покое. Все, снял все постовушки. Все запутанные. Буду переезжать в другое место за щукой. Выше по течению. Там щуки побольше.